Я не знаю, что-то. Всем привет, приехали, ребят, на Дон, уже раскладываюсь, чуть припоздали, с Витьком сегодня. Сегодня у нас в планах сазаник, забаник, погодка шикарная. Сейчас будем что-нибудь пробовать доловить. Закинул три спиннинга, диппером прокинули, посмотрели, где ямка, места этих не знаю. Насадки куча, червь, опарик. И кукурузку, наверное, попозже попробую. Сейчас стоит два на червя и один стоит на парик. Тут у нас фидер Гелиос 330-120. Тут у нас волжанки до 250. Две штуки. Погодка мечтяковая. Сегодня плюс 20 обещает. Так что я надеюсь, сегодня что-нибудь допоймаем. Ну, ребята, Витька первая поклевочка. Вроде что-то есть. Ну, пытается, неплохо. Ну да, по кончику видать. Тут идет, ребят, сразу обрез. Ямка. Бля, кто-то издевается. Че это? Бля, какой-то. Зачетный. Смотрите, ребят. Более ладони. Хороший гибридик. Больше, конечно, на бель нацелены, но что будет ловиться. Так он понял, что делал. Он натянет, попустит, натянет, попустит. Он нихера не этот. Не очень активно ее брал. А вон там с моей стороны подальше. С моей стороны надо было один упадки, да, ну в край. Там это, в сторону камыша. Но я в сторону камыша и кинул. На меляк как бы. Что-то, ребят, все в ямке у нас находится. Гибридик, наверное, тоже. Ну да, гля какой, ё-моё. Вот это карасик, да? Вот это карасик, ё-моё. Тихо, тихо ты. Колокольчик. С таким и сазан не нужен. Ага, блин, офигеть. Смотрите, ребят, чешуя, офигеть у него, блин. Вот это да, блин. Ну такого да, и нафиг он сазан не нужен. Закинул, ребят, прям на меляк вот этот спиннинг. Поклевывает. О. О. Есть первый что-то. Колокольчик. О, да. Летя. Вроде сидит еще. Сидит. На червя там был. По-моему, гибридис. Хотя нет. А, ну да. Такой вот.
нормальный. Хотя ехали за забаном. Ну, клюет гибрид. Сейчас два закинул подальше. Такой вот. Два подальше закинул, один вот на мель. Нужен тебе такой? Скромненький перекус. Перегрыз. Не дал спокойно перекусить. Все, что ли? Колокольчик. Еще не перекусили. Оба. Ну так, что-то непонятно. Может, даже, ребят, не гибрид. Не пойму вообще что-то. Ух, какой красавчик. Забан? Да, так и понял, что не гибрид. Взял на опарика, ребят. Хороший, смотрите. Сошло. Вроде так хорошо. Подсек. Я, ребят, пересаживаю на опарика вот так. Миксовую сейчас сделаю. Че там? А подлещу, гля. С ракушкой. Гля, подлещу. Хоть что-то интересное мне. Вроде улетел, а не падает. Ну да. Ну, даже из десяток уже может таких солить. Так. Оба. Ветришка, ребят, чуть-чуть поднимается. Так, что, в яму? Да, в ямку попал. На скатик. Баржа, ребят, походу села. Шла, короче, встала. Метров 10 где-то. Ни назад, ни вперед. Ну, вот сейчас назад, по-моему, что-то сейчас пошло. Нивы дергать будет. Нивы дергать будет. Ни туда, ни сюда. Сразу два, бля. Бля, натягивайся, хорошо. Прикольно фидер гнул. Да не, есть что-то. Это мы привыкли на крокодил. Ракушка, да. Это мы привыкли на крокодил ловить, блин. Ни чутка, ничего, блин. Она эти даже небольшая клюет. Приятно выводить. Карась клюнул. Ага. Мелочь, да. Я думаю, хотя бы забанчик. Сейчас замешаем другую прикормочку. Проверим, как она будет. Кончилась, ребят, прикормка мед. Сейчас вот такую вот карась как замешаем. Посмотрим, что она нам покажет. Ну да, как поначим. Такая темненькая, темно-красная краска такая. Запахи, ребята, вот этой прикормки хорошие.
может, бровку пробился. Да не, наверное, что-то идет. Ух ты, что это? Бля, что это? Да не, карасишка, наверное, карась. Бля, ух ты, двумя крючками. Лапти, блин. Тихо, 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 тихо. Она у тебя еще скользящая, да? Что? Кормушка. Я всегда делаю скользящую. Так же поклевка намного чувствительнее. Ну да. Опа. Так же получается, у тебя кормушка легла. Ну. И он же в свободном этом ходит. Понял? Ну, вот это интересная снастка. Я всегда так делаю. Тут у тебя два крючка получаются. Ну, да? Это просто сейчас нацепил, неохота вязать, а так? И один. На леща я такой длинный просто ставлю, да и все. Нормально, бля, какой карась. А попробую тоже такой сделать. Нет, прикольная штука. Это что за канал такой? Ой, блядь, короче. Что, блядь? Красава. Красава, да, видал? Воду его подальше, да? Ах ты! Я тоже втянул, за что-то цепанул. Браво! Блин, так что-то нормально было. Ну, может, сейчас сам выйдет. Я тебе говорю, не надо, нет. Оба. Приходится вышел прям поднимать, насколько может. По-моему, что-то зацепил. Ага. Гибридище, ёп. Тихо, тихо. Ну да, нормально так. Такого можно в садочек кинуть. Только закинул. Проснулся гибридик. Тихо, тихо. На парика. Нормально. Какого можно взять? Так, вот это подтянуть надо. Перехожу, ребят, на другое место. Оттуда ветер дует. Только там прикормил, блин. Ну, тогда будет съемка не очень. Вот приходится подбирать места. Оба. Ну, вот сейчас перекинул. Там же самая яма идет. Вот одна поклевка была, она первая спинка на червя стоит. Конечно, ожидали забаника, но никак он не хочет. Смотрите, ребят, термос до этого, как-то я показывал, зимой пользовался. Смотрите фирму. Рыбалок 5-6, все, ему хана. Сегодня залил. Он не держит. Вот сейчас чай только налил, кофе, то есть он холодный. Так что учтите вот этой фирмы. Вроде и не бил. Да даже если бил за такие деньги такой термос, и он ударился, и он не держит, это херня. Есть намного лучше термосы, подешевле. Тоже, если интересно, пишите комментарии, покажу, которые термосы ходовые. У меня которые уже давно и падали, и что только с ними не было. Вот это, ребят, не берите. Ребят, были еще много вопросов по поводу, где заказываешь, где берешь. Я оставляю ссылочки в описании на тот товар, который можно купить. Сегодня я вам про термос говорил, на него я уже ссылочки не оставлю.
Также за костюмы. Вот костюмчик отличный. А до этого у меня был костюм, забыл, как фирма называется, но вы видели. Стирок, наверное, 20, цвет потерял. Так что вот на такие вот товары мы не будем оставлять. На стоящее все в описании. Также ссылочка на ВК, на Инстаграм. Можете зайти и задать мне вопрос по поводу вас интересующего товара. И начал его поднимать, короче. Фрикциончик. Извиняйте, тут бровка. Что-то, ребят, хорошее. О, блин, бровку. Я не знаю, что-то. Да блин, ну не похоже на сатана поклевку было. Главное не в бровку, чтоб он. О, давит. Давит. Да ну. Блин, он не выдержит у меня эти. Крючок. Да попустил вроде. Там точно не сазанья снасть. Вон он идет. Рыжик. Хорош. Вот он. Глю. Хороший ты, бля. Стоять. Есть. Фух, блин. Да. Блин. Опа. На парика взял. Не, ну только его даже взять можно. Ух ты, стой. Стой, Рыжик. Первый рыжик в этом сезоне. Такой достойный, ребят. Это килограмма 2 больше даже, наверное. Ну да. 2, двушка точно. Красавчик. Ну. Починим. Да, я же говорил, хоть одного взять. Вот он, ребят. Красавчик. Блин, ну прям потянул, приятно было. Ведёшка, опять были вопросы. Ссылочку оставляю. Это Гелиус. Под рыбку взял. Воду держит он. Сазаник там купается у нас. Готово. Поперло. Меньше. Крупненький куда-то отошел. Да, пацанчика нету, да? Или нет? Карась? Ух ты, крязь. Да, глянь. Иди какой.
хорошими. Месяц, блин. А вон, гля, там тоже, блин, он бьет. Так я ж не знаю, слышишь, как там? Он пошел. Заходит, значит, сюда рыбка. Вон вентиль, ребят. Вентилишка стоит. Вон и там, наверное. Все, ребят, закончили рыбалочку. В принципе, отловились неплохо. Карасик крупный был. Сазаника одного. Забанников, не знаю, спиток, наверное, поймали. Ну, в принципе, рыбалочка довольно интересная получилась. Хотели, конечно, забана половить, но что наловили, то наловили. Оцениваем, пишем ваши комментарии. Всем пока. Смотрите, ребят. Какой, блин, малец. Пасть, да, такая вот? Застыл, блин. Брови, как у Брежнева. Лохматый.